о внесении изменений в решение Ачинского городского совета депутатов от 25 сентября 2015 года за номером 2-4Р о постоянных комиссиях Ачинского городского совета депутатов. В связи с регистрацией избранных депутатов Ачинского городского совета депутатов 6-го созыва по одномандатным избирательным округам номер 6 и номер 9. 23 сентября от депутатов поступили заявления по включении их в состав постоянных комиссий. Соловьев Василий Николаевич заявил о включении в комиссию по финансам, бюджету, налоговой политике и собственности и в комиссию по промышленности, охране окружающей среды, жилищно-коммунальной политике и коммуникационному комплексу. Лазовик Сергей Фомич в заявлении указал о включении в комиссию по социальной защите, образованию, здравоохранению, культуре, спорту и туризму, делам семьи и молодежи, делам ветеранов и инвалидов. Целью принятия проекта является включение избранных депутатов в состав постоянных комиссий Ачинского городского совета депутатов. Предлагаю голосовать за проект решения Ачинского городского совета депутатов о внесении изменений в решение Ачинского городского совета депутатов от 25 сентября 2015 года за номером 2-4Р о постоянных комиссиях Ачинского городского совета депутатов. Прошу голосовать. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 15 депутатов. Единогласно. Решение принято.